поединка? Что получалось, что не получалось? Да, на самом деле, в принципе, я играл неплохо, и был шанс в первом сете, был один брейкпоинт, не сумел зацепиться, и после уже он очень прилично отыграл на всех важных мячах и сумел взять мою подачу, и в принципе мы так и дошли, то есть с одним брейком первый сет и то же самое во втором. То есть были шансы во втором сете вернуть брейк, но он очень хорошо отподавал и показал очень хороший теннис. К сожалению, не совсем удачный матч. Хотел спросить, как слышно было болельщиков, как чувствовалось, потому что в зале была прекрасная атмосфера, даже прям, мне кажется, иногда белорусские болельщики перекрикивали. Да, ну это невероятно, как у нас приезжают вот наши болельщики, они всегда громче домашних болельщиков. У нас уже не первый матч, это нереально приятно, и огромное им спасибо за то, что они приезжают, потому что это, ну, чувствовать здесь такую поддержку, это очень помогает. К сожалению, сегодня не получилось, но будем бороться дальше. Спасибо. Спасибо. Да. Все.